Привет, друзья, с вами снова Роман, и это вот небольшой такой тест, как работает режим суперстабилизации на Samsung Galaxy M21. Как видите, картинка кропается, и в принципе довольно-таки мыльно все становится, но при этом тряска камеры компенсируется цифровой стабилизации. Это цифровая стабилизация, оптическая на ультраширике нету. Это, думаю, все практически знают, что на ультраширике не может быть никак OIS, потому что такой технологии еще ни в одном смартфоне нету. Ну, как проверить вообще, есть ли фокусировка ультраширика вашего смартфона? В принципе, сделать это очень просто. Давайте вот, например, Galaxy Note 9 передо мной сейчас. Я попробую нажать на таб для фокусировки, но видите, как ровным счетом практически ничего не происходит. Фокусировки, поэтому ультраширика нету. Что, ребят, на этом, наверное, этот тест завершаем, но могу вот еще показать вам, как, например, будет эта суперстабилизация в темное время суток работать. Как видите, это действительно ультраширик. Практически ничего не видно, только если прям близко не подносить смартфон на какие-то светлые объекты и не фокусируется. Все, ребят, всем пока. На этом наш тест завершается. С вами был Роман.